Уехавшим из РФ IT-специалистам обещают бронь от армии и обратный билет. Минцифра приступила к разработке мер, с помощью которых государство рассчитывает вернуть в страну уехавших из-за войны IT-специалистов. Пакет готовят вместе с профильными ассоциациями, сообщил Коммерсант. Ключевое предложение – гарантированная бронь от призыва в армию. Участники рынка считают, что ее нужно закрепить на законодательном уровне, поскольку такая мера носит декларативный или временный характер. Среди других мер по заманиванию айтишников обратно в РФ обсуждается частичная оплата перелета в страну. Частичная, они еще и торгуются, сообщил глава совета директоров Базальт СПО Алексей Смирнов. При этом предполагается не только пряники, но и кнут, в качестве которого рассматривается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех, кто работает за рубежа, даже если формально они остаются налоговыми резидентами. Однако эта инициатива пока под вопросом и не поддерживается в министерстве. Кто-то еще верит в эти меры поддержки? Получается, поддерживать они будут от мер, которые сами же и приняли. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.